Привет, друзья! Вы на канале Motoshop. Сегодня новое видео. Распаковка. Первый раз у нас на канале. Необычно это, потому что распаковка мотоцикла. Мы будем открывать новые Bajaj Dominar 400, которые только поступили. Долгожданные бестселлеры прошлого года будут продаваться и в этом году. И сейчас мы с вами будем открывать эту коробку, смотреть, как упакован мотоцикл, как он приходит в Украину, что там нужно собрать. И, в общем-то, второе рождение байка у вас на глазах. Поехали! Так, здесь мы видим то, что мотоцикл упакован в клееночку. Дальше посмотрим. Теперь это вверх просто. И понесли туда к тебе, наверное, ее. Так, ну, в общем-то, вот уже у нас перед глазами мотоцикл. Вот так вот он в клеенке. Та-дам! Так, мы здесь видим, что у мотоцикла просто снят руль пока что ремнем к траверсе и к основе к своей. Заднее колесо вот на таких стойках металлических прикручено. Это надо сейчас демонтировать. Также в комплекте такая коробка. Так. Смотрим, что у нас здесь. Здесь у нас сухозаряженный аккумулятор X-Site. Так, это резинка для чего-то. Посмотрим, для чего. Это просто от влаги, от лишней. А еще какое-то крепление с болтами. Для чего это? А, это крепление руля. Вот здесь тоже находится. Набор ключиков, написано Dominar. Шучу. Так, это крышечка. И здесь у нас зеркала с Pulsar 200NS. Наверное, они такие же, как на Pulsar. К слову, это черный матовый цвет. Это новая расцветка. В прошлом году такого не было. Один из приятных таких моментов, это то, что у Bajaj Dominar с завода отбалансированы колеса. Вот висит грузик приклеенный. Сзади так же самое, вот грузик висит. Это вам не просто так. Чтобы ему было веселее плыть морем, вот индийцы вот такую вот вонючку повесили на Dominar. Ну, на самом деле это порошок здесь, который впитывает влагу, чтобы ничего по дороге не заржавело. Тоже приятно. Дальше снимаем. Ну, поехали. Нужна длинная головка, чтобы открутить гайки, потому что болт высокий. Вася, давай хоть что-то помогу. Вот это сниму, например. Так, теперь мягкие штучки на руле. Так, руль на своем месте, и сейчас его прикрутим крепежом, который был в коробке маленькой. А там на руле есть меточки, которые нужно поставить посередине проставочек этих, чтобы выровнять руль. Затягивается крест-навкрест динаметрическим ключом, то есть с определенным усилием. А с правой стороны есть еще одна стойка прикрученная. Вот ее тоже снимаем, откручиваем. Давай с этой стороны. Просто вперед катим. Не, надо высадить. А он не выйдет? Он выйдет, а он выйдет туда.
Ключик был в замке зажигания. Ну и вот уже почти готов. Осталось еще немножко поставить аккумулятор на место, проверить жидкости. Так, с ключиками в комплекте идут такие две маленькие резиночки, и они пристегиваются к сидушке пассажира с нижней стороны. Раз. Так, ну а мы пока перетянули, проверил мастер все болты. Все в норме, ни одного раскрученного не было, ну, в общем-то, ничего удивительного. Техника с серьезным качеством, серьезной проверкой качества на заводе, поэтому это не сюрприз. Все зажато хорошо. Проверили жидкости, масло, тормозная жидкость, охлаждающая жидкость, все на месте. Сейчас осталось зарядиться аккумулятору. Мы его зарядим, потом уже поставим. И, в общем-то, будет первый старт. Проверяем давление в покрышках. А, райдер, значит, смотрим пока только с одним только пилотом. Задняя 32. 2,1 получается. А, здесь получается 2,1 и пассажир, 2,1 и без пассажира. А передняя 29 тоже так же само. 1,9. Короче, по 2 качаешь и все. Да. Вы видели эти обзоры, например, мобильных телефонов, распаковки, когда снимают пленочку с экрана мобильного телефона? Та-дам! Я снял одну пленочку с экранчика, но я забыл, что здесь два экрана, поэтому я торжественно снимаю еще вторую пленочку. У некоторых мурашки по коже, наверное, от этого. У людей, которые не снимают подолгу пленки с новых телефонов. Так, аккум мы поставили, клеммы подсоединили, устанавливаем сидушку. Я ее прикручу. Двигатель я не собирал и ни колеса не прикручивал, тормоза, ничего, я только прикрутил сидушку. Окей. Да. Ну что ж, друзья, мы с вами только что распаковали и собрали Bajaj Dominar 400, и сейчас мы произведем первый пуск двигателя. Включаем зажигание. Ах, да, мы, конечно же, налили топливо в бензобак. Так, вот что видит человек, который впервые запустил свой мотоцикл. Время 12:00 утра. 1 километр пробега. Кстати, 1 километр. Почему 1 километр? Потому что на фабрике, когда мотоциклы тестируют, они, конечно, уже передвигаются на колесах. Ну что ж, давайте нажмем эту заветную кнопочку. Он издал первый странный звук и запустился. Ну, в общем-то, вот такой вот простой. Ну, понятное дело, простой, потому что здесь инжектор. Ничего удивительного. Запуск нового мотоцикла Bajaj Dominar 400. Еще перед тем, как он уже попадет на витрину магазина, его мастер протестирует на дороге. То есть все передачи, включения, рычаги, ускорение, замедление, то есть световые приборы, все будет проверено. И после этого мотоцикл, в общем-то, попадает в магазин. Ну что ж, друзья, вот мы с вами распаковали Bajaj Dominar 400. Я надеюсь, вам понравился этот обзор. Вы, как вы видели, ничего сложного в этом абсолютно нет. Человек даже без особых навыков способен это сделать, один даже, но лучше это делать, конечно, вдвоем. Но в любом случае этого делать не будете, потому что мы это делаем уже за вас, для вас. Проверяем все, готовим и в путь. В общем, еще хотел сказать, что этих мотоциклов осталось уже совсем буквально пару штук с этой партии. Большинство уже, которых прибыло, уже проданы по предзаказу, поэтому, может, если вы прямо сейчас еще надумаете приобрести, обращайтесь в магазин.
и вас проконсультируют, есть ли еще эти мотоциклы. Если нет, вы можете сделать предзаказ, и уже будет под вас конкретно ехать какой-то вот такой вот красавчик или какого-то другого цвета. Они еще будут красные, синие. Сейчас пока мастер будет собирать другие расцветки. Вот этот уже сейчас поедет в магазин. В общем, еще раз вам спасибо. Вы, как всегда, самая лучшая публика. Я стараюсь для вас. С вас лайк, если вам понравилось. Комментарий оставляйте, что бы еще посмотреть интересного вы хотели, пожелания. Я буду пытаться это воплотить в жизнь. И до новых встреч в новых роликах. Пока.